Давно не звучали голоса местных артистов в деревне Залесно-Чулково. Почти 2 года. А ведь местные жители всегда с большим удовольствием ходили на концерты. И вот томительное ожидание завершено. Клуб снова в деле. Эта инициатива жителей, она была, естественно, услышана в администрации района. Мы эту тему обсудили и приняли решение, что да, надо это здание ремонтировать. В бюджете района средства на то, чтобы отремонтировать, а вы как видите, здесь все сделано капитально, практически это новое здание со старыми стенами осталось. Ремонт был капитальный. В здании поменяли крышу, систему отопления, водоснабжение и канализации. Сделали, наконец-то, сцену и зрительный зал. Ремонт сельского дома культуры провели за счет областного бюджета и участие в программе местных инициатив. Но это еще не все. Чего же ждут местные жители? В рамках программы сельского хозяйства есть программа развития сельского хозяйства. И там тоже есть подпрограмма, которая позволила получить средства на благоустройство территории. То есть это и здание, фасад у нас красивый появился, не просто кирпич, а мы его нашли возможность. Тут еще, конечно, средства и районного бюджета. Благодаря программе поддержки местных инициатив в Кораблинском районе за несколько лет отремонтировали несколько домов культуры. Но этот Залесно-Чулково важен не только для сельчан. И в первую очередь для местной самодеятельности. Герман Гущин, телекомпания «Город» при поддержке телеканала ТВ «Кораблино».